Всем мэрбо, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Алании», Парадайз Алания. В этот раз я приехал в район Тосмор. Тут почти в шаговой доступности у моря продается хорошая 3 плюс 1 двухуровневая в проекте, который был сдан 6-7 лет тому назад. Бытовая техника в этой квартире – холодильник, духовка фирмы «Арчелик», посудомойка «Алтус». Здесь живут друзья мои. Vestel духовка, кондиционер фирмы GRI. 150 квадратных метров полезная площадь у этой квартиры. До моря максимум 250-320 метров. Можно также установить сюда накопительную систему, но установили проточный водонагреватель. Это первый балкон. Там идет стройка, из-за этого пока что есть шум. Вот. Она работает. Люкс проект. Это отель Diamond. Отсюда вниз немножко спускаетесь и первая береговая линия, песчаный пляж, подземные переходы. Первый балкон. Тут французский балкон. Телевизор Sunny. Тут прихожая. Лестница-то на второй этаж. Первый санузел. Детская спальня. Три стороны видит, отсюда даже видно море, кусочек. Прямо под зданием есть сеть магазинов А101. Так. Здесь второй санузел. Тут вторая детская спальня. Видите, можно даже батареи установить. Родительская спальня большая. И здесь еще один санузел с душевой кабинкой. Тут у нас где-то 20 квадратных метров полезная площадь. Ну, я вам скажу, что здесь 140 полезная, а не 150. Это брутто, наверное, мне сказали. Да. 140 полезная, 3 плюс 1. Так. Сейчас выйду я во двор. 4 квартиры на этаже. Есть открытый бассейн снаружи. Вместимость 8 человек. Вышел я из лифта. Здесь вход, я сюда сейчас вернусь. Бассейн уже. Воду спускают в бассейне. Фасад здания. Айда, 250 лет. Вышел я к улице, вот там круг и море. Сеть магазина А101. Там Мигрос, банкоматы, рестораны, почта. Все в шаговой доступности. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 215 тысяч евро. Но есть маленький торг с хозяином. Познакомлю, сами сядете за стол, обсудите, если желаете купить эту квартиру. Она подходит под ВНЖ. Большая, 3 плюс 1, 140 квадратных метров полезная площадь, как минимум. Может быть и 150, я не смог заметить. Хорошая локация, плюс ВНЖ. Все, песчаный пляж, подземные переходы к морю. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Тосмур. Всем пока-пока.